ноября все государственные музеи, в том числе и новосибирские, останутся без полицейской охраны. Теперь на них впору вешать таблички «Объект больше не находится под охраной государства». Это связывает с сокращением штатной численности МВД на 10%. Сейчас охранные посты в учреждениях культуры занимают сотрудники вневедомственной охраны. С ноября музеи будут вынуждены нанимать частных охранников. Разница в том, что у последних гораздо меньше полномочий. Сотрудники музеев встревожены и переживают за сохранность экспонатов. Примером того, что может произойти на неохраняемой должным образом экспозиции, называют недавнее нападение активистов из-за организации «Божья воля» на выставку скульптуры, которые мы не видим в московском манеже. Верующие заявили, что арт-объекты оскорбляют их религиозные чувства.